Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Вот все противоречия при составлении бюджета, они и будут рассматриваться на уровне бюджетных комиссий и комиссий депутатских комиссий. Депутаты готовятся к ноябрьской сессии. Мы хотим детскими рисунками привлечь ваше внимание, чтобы были осторожны. Понимаете, насколько важно быть аккуратными и внимательными за рулем. День жертв дорожно-транспортных происшествий. В случае получения зачета выпускник допускается к прохождению государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение для выпускников. Музыкальный зал у нас украшен так всего лишь раз в году. Осенний бал в Мишутке. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ежегодно 17 ноября в России свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Эта дата для праздника была выбрана руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации не случайно. Именно в этот день, в 1923 году, Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией милиции в полицию, сотрудники МВД, работающие в должности участковых, уполномоченных стали называться участковый уполномоченный полиции, а праздник, соответственно, переименовали в День участковых. 16 ноября состоялось совместное заседание двух постоянных депутатских комиссий – планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности, по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии. Какова была повестка дня и что решили, расскажем прямо сейчас. Народные избранники рассмотрели 5 вопросов, затрагивающих повседневную жизнь города. Они поддержали предложение администрации о приеме в муниципальную собственность автомобиля. Область нам передает 1 единицу автотранспорта, что, в принципе, само по себе уже хорошо. Жаль, конечно, что не новое, но дареному коню в зубы не смотрят. Так. Также на ноябрьской сессии будет рассмотрено состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Начальник финуправления Светлана Потупаева доложила, что кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом. Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности составляет задолженность за прочие услуги в сумме 4 715 104 рубля или 28,7% от общей задолженности. Из них 2 675 180 рублей составляет задолженность за ремонты в образовательных учреждениях. В администрацию Десногорска обратились руководители библиотек с просьбой о выделении дополнительных денежных средств для пополнения фондов. Оно было передано депутатам для рассмотрения на заседании комиссии. Большинство членов комиссии высказались за то, чтобы заложить в бюджет 2017 года дополнительные средства. А библиотеки должны будут предоставить некоторые статистические данные для мониторинга ситуации и определения итоговой суммы. Серьезный вопрос о положении бюджетного процесса, который подготовила администрация, по мнению депутатов, требует тщательной проработки. Это нужно сделать как можно скорее, ведь до 7 декабря в Совет поступит проект бюджета на следующий год, и его нужно будет принимать. Депутаты должны определить механизм утверждения, как раньше в двух чтениях или по-новому. Пока решено готовить замечания и предложения и выносить их на депутатские слушания и очередную сессию Десногорского городского совета, которые пройдут в конце ноября. Уроки финансовой грамотности стартовали на Смоленщине. В школах области начались занятия, основная задача которых – научить юных смолян ориентироваться в современной экономике. Акция проходит по всей стране уже в 6-й раз в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». В школах пройдут встречи с профессиональными финансистами. Ученики научатся грамотно строить свой финансовый план, рационально инвестировать в личные средства, распознавать мошенников, а также избегать финансовых пирамид. Каждое третье воскресенье ноября мировое сообщество чтит память погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях. В преддверии этого дня на территории Смоленской области сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия, призванные привлечь внимание общества к проблеме смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции вместе со школьниками школ города Смоленска на центральных улицах провели акцию. За 10 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 910 дорожно-транспортных происшествий.
в результате которых 130 человек погибли и 1156 получили ранения различной степени тяжести. Участникам дорожного движения волонтеры раздали рисунки учащихся начальных классов, письмо водителю и пешеходу, ленточки с надписью «Соблюдай ПДД, исключай ДТП». В беседе ребята обращались ко всем с просьбой о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Здравствуйте, мы проводим акцию в память о жертвах ДТП и хотим этим детским рисунком напомнить вам, как важно соблюдать правила дорожного движения. Будьте аккуратны на дороге. Спасибо. Таким образом, смоленские школьники пытались донести до сознания общественности, что сохранение жизни и здоровья людей на дорогах возможно только при условии соблюдения правил безопасности всеми участниками дорожного движения. Чтобы усилить меры по борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом, госавтоинспекция Рославля вместе с педагогами и химической школы-интерната создали отряд юных инспекторов дорожного движения. ЮИДовцы уже провели первое организованное представление по правилам дорожного движения для учащихся своей школы. После мероприятия дети школы-интерната получили от сотрудников госавтоинспекции сладкие подарки и световозвращатели. Осенние каникулы учащиеся Десногорской детской художественной школы Мария Молодикова и Анастасия Чухлебова вместе с преподавателем Ириной Луканиной провели в Чехии. Там они стали участниками 24-го международного конкурса фестиваля «Пражский звездопад». Среди 150 участников из разных стран мира члены жюри отметили работы и наших десногорских художников. Участницы фестиваля привезли домой из-за границы дипломы лауреатов первой степени, памятные кубки и золотые медали с символикой фестиваля. Уже третий год подряд в образовательных учреждениях выпускники в декабре пишут итоговое сочинение. Что это дает будущим абитуриентам? В нашем следующем сюжете. Это сочинение служит пропуском для сдачи единого государственного экзамена. Оцениваются работы, зачет, не зачет. Таким образом проверяется широта кругозора школьника, его умение мыслить и доказывать свою позицию, опираясь на самостоятельно выбранные литературные произведения. Тем для написания предоставляется несколько. На работу отводится 3 часа 55 минут. Оценивается сочинение по 5 критериям: соответствие теме, аргументация, композиция, логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Итоговое сочинение учитывается в настоящее время уже многими высшими учебными заведениями. И не только гуманитарного направления, но и даже техническими вузами. Итоговое сочинение хранится в базе данных. То есть вузы имеют доступ к этой базе данных. И хорошее написание итогового сочинения может принести выпускнику 11 классов, ставшего абитуриентом вуза, до 10 баллов дополнительных. Выпускники прошлых лет тоже могут написать итоговое сочинение для предоставления в вузы. Для этого необходимо подать заявление на участие в комитет по образованию нашего города. Для тех, кто не справится с работой, будет предоставлена возможность переписать сочинение в начале февраля, а также в начале мая. С 1 по 11 ноября в учреждениях культуры Десногорска прошли мероприятия городской акции «Декада добрых дел». Каждая организация подготовилась по-особенному. И с улыбкой душей. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Всего в рамках акции было проведено 19 мероприятий, охвачено 489 человек. А сейчас криминальные новости. Двое рославчан предстанут перед судом за кражу телефонного кабеля. Один из обвиняемых попался полицейским на охраняемом объекте, когда там сработала сигнализация. Очищенный кабель злоумышленники сдавали в пункт приема металлолома. За 20 дней обвиняемые украли порядка 750 метров кабеля на сумму более 100 тысяч рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Житель Десногорска обманным путем похищал деньги у активных пользователей социальных сетей, а поймали его полицейские города Кемерово. К ним обратилась жительница, которая сообщила, что кто-то незаконно завладел ее денежными средствами в размере 3000 рублей. Потерпевшая получила от подруги из Смоленской области сообщение о случившейся беде и просьбе перечислить ей деньги. Отправив обозначенную сумму, она позвонила подруге, а та сообщила, что ничего не просила. Как выяснили полицейские, деньги были обналичены в городе Десногорска.
Десногорск. Вскоре злоумышленник был пойман. За мошенничество ему теперь грозит 5 лет лишения свободы. Фотоотчет о служении патриарха на Смоленской земле увидят жители всех райцентров области. Фотовыставка «Святейший патриарх Кирилл. Служение на Смоленской земле» готовится к открытию. В течение 2017 года организаторы планируют посетить с ней все райцентры региона. Открытие экспозиции состоится в культурно-выставочном центре имени Тенишевых 18 ноября. Выставка будет доступна для смолян чуть больше недели, после чего отправится в город Минск. Солнечным и радостным был осенний праздник в детском саду «Мишутка». Как блистали юные таланты, мы расскажем вам в сюжете. Утренник в детском садике – это очень значимое событие как для детей, так и их родителей. Для одних это возможность блеснуть своими талантами, для других – убедиться, как растут и развиваются их дети, а воспитателям продемонстрировать плоды их кропотливого труда. Осенний бал – это не только праздник, но и познавательное мероприятие. В процессе подготовки программы дети узнали много нового об осени, какие месяцы относятся к этому времени года, как меняется природа и погода, чем занимаются люди осенью, какие праздники отмечают. В детском саду «Мишутка» осенний бал – это еще и патриотическое мероприятие. Воспитанникам с малых лет прививают любовь к родному городу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.